шипы диких роз. Между нами стал огромный вопрос. Не сон, а жаль, я просто улыбнусь. Я не время, это время река. Ты уходишь тихо за облака. Лишь зеркала мне скажут, что вернусь. Нашей нежности ты увидишь и узнаешь, что огонь у нас в груди. Ненадолго исчезаешь, что с тобою ждет нас впереди. Улетаю, улетаешь навсегда. Лети, лети. Я приветствую всех на телеканале «Беларусь 4». Добрый вечер, Гомель, здравствуйте. На календаре 14 февраля, день, который едва ли оставит кого-то равнодушным, ну а наш «Добрый вечер» открыл. Приготовьте ваши ладошки, великолепный певец, прекрасный артист. У меня здесь написано еще и фотомодель. И просто хороший человек Виталий Сычев. Ваши аплодисменты, Виталя, здравствуй. Привет. Слушай, ну раз такой день, 14 февраля, вот признайся честно, сколько десятков, сотен... Может быть, тысяч валентинок уже успел раздать в этот день? Ну, я? Учитывая твою армию поклонников, причем не только в нашей стране. Я, скорее, не одной, к сожалению, потому что я готовился к этому эфиру. Да, но ладно, зато мне пришло огромное множество в социальных сетях валентинок, так что после эфира я обязательно с ними разберусь, всем отвечу, поздравлю тоже взаимно. Ты пообещал, мы в прямом эфире. В общем, друзья, у нас целый час эфирного времени для того, чтобы задать все интересующие нас вопросы сегодняшнему нашему гостю, артисту, композитору, автору песен, фотомодели Виталию Сычеву. Вы также присоединяйтесь к нашему эфиру. Мы начинаем.
Это «Добрый вечер» на телеканале «Беларусь-4». Напомню, что мы работаем в прямом эфире. Все наши контактные номера телефонов, номера нашего вайбера, куда вы сможете отправлять ваши сообщения, находятся внизу на ваших экранах. Смотрите, изучайте, набирайте, звоните, пишите к нам на вайбер, который уже готов принимать ваши сообщения. Ох, Виталий. Да. Ты знаешь, хотелось бы для начала перечислить некоторые твои титулы и награды. Зашел на твой официальный сайт, посмотрел, почитал. Друзья, трехкратный победитель радиочарта CCG Top 20 Week Charleston США. Песня «Don't Cry» занимает в чарте лидирующие позиции в течение 22 недель. Да, и это правда. Номинант на премию «Стопудовый новый хит 2018» радио «Хит FM Молдова». Тоже я. И мои песни. Дважды стипендиат специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Завоевал вторую премию в республиканском музыкальном ТВ-проекте «Звездный дилижанс». Песни Виталия звучат на радиостанциях США, Германии, России, Беларуси. И, если я не ошибаюсь, даже до Австралии. До Австралии, до Японии, до Китая, собственно, там по всему миру, то есть везде, да, дошли мои песни. Ну скажи, признайся, из Австралии, Японии, Китая валентинки пришли электронные? Ну нет, валентинки не пришли. Обязательно проверь телефон, уверен, что пришли. Вот скажу честно, что вот ты знаешь... Как у тебя остается время на то, чтобы отстраниться от всего, от творчества, от музыки, заняться своим бытом? Вот у меня складывается ощущение, мне не хватает на это времени, откровенно у тебя, говоря. Ну, или 48 часов в сутках, или расскажи, как ты все это успеваешь. Если бы у меня даже было 68 часов в сутках, мне все равно бы не хватало, потому что я всегда в работе, всегда в движении. Поэтому мне не хватает времени. Мне хочется все, все сейчас, все сразу, всего добиться, всех высот возможных и невозможных. Ну, послушай, неужели это мало? Ну, наша страна, это понятно. Тут уже на любую концертную площадку приезжаешь, уже толпы поклонников около гримерок, я уверен, стоят. Но и Япония, Австралия, мало. И США. Неужели это не высоты? Ну, мне хочется вообще покорить всю публику зарубежных стран, не только нашу любимую Беларусь. Окей, давай послушаем. У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте, добрый вечер. Алло, здравствуйте. Добрый вам вечер, давайте с вами знакомиться. Алло, добрый вечер. Виталий, здравствуйте. Да, здравствуйте. Вот когда мы с вами учились в автошколе, в ДСАФ, вы сдали там права? Да, я сдал из первого раза. Да ладно? Хотя, кстати, был... Да, я сдал... Категория Б есть, да? Как что? Категория Б, спрашиваете? Категория Б, да, все. На легковой, да. Категория Б, С. На легковой Б. На легковой, да. Да. А вы не помните меня? Мы вместе с вами встречались когда-то. Учились в одной автошколе. Ну, я напомните, вас не вижу. Скажите, пожалуйста, как вас зовут, а то вы так и не представились. Анатолий, Анатолий. А, Анатолий, доброго вечера. Ну, возможно, я вас помню. Да. Мне сложно всех запомнить, к сожалению. Но вам привет большой. Спасибо, Анатолий, за ваш звонок. Виталий, да. Вот смотри, вот продолжая эту вот будничную тему, спасибо, Анатолий, что задал, скажем так, темп и мотив следующему вопросу. Да. Вот со стороны кажется, что у артиста, ну вот что, ну ежедневно вот сплошной праздник с какими-то перформансами, с подготовкой к созданию каких-то новых шоу, и вот какой-то вот сплошной карнавал. Вот скажи честно, тебе знакомы какие-то будничные дела, проблемы? Я хочу сказать, что действительно в лице наших зрителей, зрителей, я имею в виду всех творческих людей, тех, кто лицезреет нас и на экранах, и на концертах, они все думают действительно, что наша профессия — это сплошной праздник. То есть, ну, я хочу сказать, что... Я тебе скажу больше, я сам так думаю. А я вот встречно хотел сказать, то есть у тебя вот каждый день праздник? Ты же тоже творческий человек. Ну, наш каждый вечер «Добрый вечер, Гомель». Вот, видишь, ты всегда улыбаешься в прекрасном настроении. И что я хотел сказать, что мне кажется, что все зависит от профессии, которую ты выбрал. Если она тебе по душе, если ты ее безумно любишь, то ты будешь в прекрасном настроении, ты будешь стремиться покорять и совершать самые грандиозные поступки в своей профессии, совершенствоваться. А люди, соответственно, воспринимают твою радость, твою энергию, желание действовать, двигаться. То есть воспринимают это как праздник. Возможно, да, но это большая работа. Хорошо, ну вот давай по порядку. Вот что-то я даже сегодня перед эфиром пытался вспомнить, но, видимо, упустил этот момент. Как, где, откуда на белорусской эстраде, на эстрадном небосклоне, скажем так, появился артист Виталий Сычев?
Ты сейчас говоришь, как я появился вообще в мире. Если в мире, то это естественным путем с помощью рода. Вот. Что же касается на небосклоне, я появился благодаря, ну, скажем, звездному небосклоне, если ты об этом, да? Конечно, на эстраде. Артист Виталий Сычев, вот. Если мы говорим о профессиональной сцене, о тысячах поклонников по нашей Республике Беларусь, то это, конечно же, был проект «Звездный дилижанс». Это своего рода фабрика звезд белорусская, где я успешно, так сказать, принимал участие и завоевал вторую премию телепроекта. Честно говоря, мне это помогло двигаться дальше. То есть до этого я пел, конечно же, то есть профессионально даже выступал на конкурсах, на фестивалях с 10-летнего возраста. Вот. Но помогло это... Я общался с огромным количеством известных людей, личностей, которые подсказывали всем участникам, в том числе и мне, то есть как нужно двигаться, в какую сторону двигаться, как совершенствоваться, как это делать правильно, расти, расти, расти. То есть то, что мы видим сегодня на белорусской, но не только на белорусской эстраде, артиста Виталия Сычева, это, скажем так, труд многих людей, у которых ты что-то перенимал и какой-то опыт. Ну, скажем, это такой начальный, профессиональный, скажем, профессиональная ступень начальная. То есть позже я, конечно же, то есть работал за границей, ну, соответственно, у меня музыкальное образование профессиональное по классу вокала. Дальше я познакомился со своим новым продюсером Светланой Кравец, с которой мы успешно как раз-таки покоряем мировые вершины, чарты и хит-парады. Давайте аплодисменты продюсеру. Ну, хорошо. Ты знаешь, общаясь со многими артистами, выясняются такие моменты, что, ну, когда-то в детстве этот талант должен был проявиться, кто-то должен был его заметить. И очень часто от артистов, артисток, певцов, певиц можно услышать, да, вот там в детстве под песни кого-то там из своих детских кумиров там пел перед зеркалом в расческу. Так было и у меня, не поверишь. Или там в бутылку от дезодоранта. Тоже пел в расческу? Тоже пел в расческу, да. Даже с 8-летнего возраста, кстати, петь меня научила мама, за что я огромная благодарность. Она, мне кажется, вообще с самого рождения, то есть увидела во мне задатки творческого человека и всячески поощряла мое стремление петь. И, собственно, петь она меня и научила в 8-летнем возрасте. На профессиональную сцену я вышел в 10-летнем возрасте. Я уже представлял школу на конкурсе. Помнишь, что состояние колени сильно тряслись перед первым? Сильно тряслись. Я настолько был взволнован, что когда объявляли результаты конкурса. Это что было, кстати, я занял первое место, школу представлял на областном конкурсе. Вот, пел я «Крылатые качели», это я вот помню. Коленки тряслись, я даже не помнил, как это все произошло, и когда объявляли результаты, оказалось, что я занял первое место в конкурсе, победил. Вот. Но это было настолько мне непонятно, то есть за счет вот этих всех впечатлений и эмоций. Вот что да, даже такое было. Но смотри, вот в детском возрасте я тоже посещал хор. Ну, как в какой-то степени меня заставили туда ходить, сказали, что это надо, а я и не сопротивлялся. Но в какой-то момент вот ты понимаешь, что музыка, песня — это именно то, чем ты хочешь заниматься всю жизнь. Вот когда ты понял то, что сцена, музыка, песня, творчество, композиторская деятельность — это именно твое? Это практически с самого рождения. Если мы говорим о том, что я и я говорю, в частности, что я пел в расческу, как ты говоришь, и слушал песни известных на тот момент групп ABBA, Modern Talking. Я учился на их где-то музыке своего рода в юности, в детстве даже таком раннем. И, честно говоря, я себя представлял уже тогда при свете софитов сценических, при свете вспышек фотокамер, видеокамер. То есть все мне это доставляло неистовое удовлетворение. И я, в принципе, уже такого возраста юного, 7-8 лет, уже себя ощущал полноценно будущим артистом. Но, слава богу, то есть меня поддерживали, все мои начинания поддерживали мои близкие, бабушка и мама в том числе. Пока, ну, до того момента даже пока я не стала. Я просто немножко думаю, что, ну, я не в том направлении двигался, потому что, признаюсь, в детстве я мечтал играть на магнитофоне. Как-то так. Играть на магнитофоне? Конечно. Очень но что, интересно. Включил магнитофон, и все, стой, играй. Ну да, я понял. А не было ли со стороны там старших родственников, родителей, братьев, сестер старших, там, ну что, Виталя, ну это несерьезно. Ну что за профессия, певец, музыкант? Может, выбери-ка ты себе профессию посерьезнее? Не было, потому что все мои близкие следили за каждым моим выступлением. Им очень нравилось, как я это делаю, с какой любовью я отдаюсь и зрителю, и, в принципе, себя преподношу на сцене, они, наоборот, всячески поддерживали, помогали, подталкивали, скажем так, к правильным действиям. А
Помнишь, вот когда, ну хорошо, оставим школьные конкурсы, ну как бы это у каждого. Кто-то с чего-то начинал. Активного школьника, там какие-то конкурсы, спектакли, песни и пляски. Вот первый шаг на большую профессиональную сцену — это? Это участие в «Звездном дилижансе», в телевизионном проекте, как я уже говорил. Тогда через экраны проект шел очень-очень долго, он больше полугода длился. Все зрители могли наблюдать за нами, там и дневники снимались, и, собственно, сами выпуски, когда люди голосовали. Вот там я, как и говорил уже прежде, я общался с известными личностями, которые нам давали огромное количество советов. Точно после «Звездного дилижанса» я уже выступал на больших сценах, таких как «Славянский базар», «Дворец республики», с именитыми мэтрами шоу-бизнеса. Вот, и, безусловно, это был тогда вот самый такой основополагающий шаг, то есть выхода на профессиональную сцену и вот эту профессиональную дорожку. Ты знаешь, я хочу напомнить нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире, и, собственно говоря, мы хотим с Виталием подключить и вас, друзья, к звонкам. Пишите ваше сообщение, которое, кстати, к слову сказать, уже начали приходить к нам на наш Viber. Но я знаю, ты для наших зрителей подготовил несколько подарков, и да, эти подарки достанутся, друзья, кому-то из вас. Давай покажем, что достанется. Давай, сейчас мы тут с тобой. Так, во-первых, достанется постер с моим автографом. Постер с автографом Виталия Сычева. Но просто так он вам не достанется, раз уж заговорили о «Звездном дилижансе». Друзья, вопрос у меня для вас следующий. С какой песней Виталий Сычев занял второе место в проекте «Звездный дилижанс»? Звоните, предлагайте ваши варианты ответов. Думаю, что победит твой самый ярый поклонник или поклонница. Я надеюсь. Который следит я за вас болею, друзья. Твоим творчеством. Ну а пока наши зрители звонят, хотелось бы перейти еще к одной композиции, которая вот сейчас прозвучит в нашем эфире. Композиция «Лондон, прощай». Немного об этой композиции. Она у тебя уже в репертуаре давно. Очень давно. Вот понимаешь, есть такой момент, когда артист долго исполняет одну и ту же композицию, одно и то же произведение. Ну, песня просто надоедает, приедается, ее как-то надо тюнинговать, зазвучать ее по-новому. Как ты относишься к своим, скажем так, старым композициям? Я прекрасно к ним отношусь, потому что я вообще подхожу к выбору репертуара очень скрупулезно, потому что я исполняю песни, которые мне исключительно нравятся, подходят моему голосу. Так что неважно, это старая моя песня или же это новая. Мы тебе аплодисменты, а ты нам песню. Согласен? Да. Морских штормов Лондон старый. Ветер бродит посреди домов звуком гитарным. Город из грез, город дождей и седых туманов. Я бы мог быть твоим, но уже не стану. Лондон, прощай, прощай. Я возвращаюсь. Вот и окончен этот недолгий круиз. Лондон, прощай, прощай. И я покупаю билеты на рейс. Лондон, тронет сердце блюзом музыка на улицах мокрых. До свидания,
лондонский закат с золотом в окнах. Так далеко и всего через час от тебя я буду. Но никогда, слышишь, я никогда о тебе не забуду. Никогда. Лондон, прощай, я возвращаюсь. Вот и окончен этот недолгий круиз. Лондон, прощай, я покупаю билеты на рейс. Лондон, прощай, я возвращаюсь. Вот и окончен. Напомню, что мы работаем в прямом эфире. Это программа «Добрый вечер, Гомель». Сегодня у нас в гостях великолепный певец, прекрасный артист, композитор и просто хороший человек Виталий Сычев. Давайте еще раз выступаем его в аплодисментах. Знаешь, хотел сказать «Лондон, прощай», да. «Добрый вечер, Гомель, здравствуй». Да, кстати, да. Вот хотелось бы еще одну сторону твоего творчества рассмотреть. Вот до того, как я увидел это у тебя, я в принципе не знал о том, что... Ты интригуешь это. Существует такая практика, система проведения концертов, free donation, если я правильно произнес. Правильно, free donation. Вот честное слово, никогда не слышал о такой практике, и для меня было просто каким-то откровением узнать, что сначала зритель смотрит концерт, а уже потом платит ту сумму, которую посчитает нужным. Как так? Вообще, это общепринятая практика проведения концертов. Ну, конечно, не всех, понятное дело, за рубежом, то есть в Европе, в Америке. Эта система действительно подразумевает приход зрителей на концерт без покупки предварительных билетов. Соответственно, ты слушаешь концерт, смотришь, а после уже оплачиваешь билеты. Но я хочу сказать, что вот в Беларуси я действительно первый певец, который испробовал эту систему, и мы ее даже немножко модернизировали, чтобы... Только ли в Беларуси, или, может быть, и за пределами нашей страны тоже? Ну, я в Беларуси решил это сделать. Вот. Мы немножко модернизировали систему Free Donation и адаптировали ее для концертных залов в данном случае, потому что не всегда система Free Donation за границей работает в концертных залах. Вот. В данном случае, то есть у меня... Как зритель воспринял это новшество, это ноу-хау? Честно говоря, сложно он воспринял, потому что у всех есть шаблон. То есть я прихожу на концерт, заранее купив билет, зная, за какую сумму я приобрел его. Вот. А тут приходи без билета, садись на любое понравившееся место, а после концерта оплачивай билет, если тебе уж сильно понравилось, по той цене, которую ты самостоятельно выберешь. Как так? То есть нас спрашивали. Вот. Но если тебе еще и не понравилось, ты можешь вовсе не платить. Ну, я не думаю, что твой концерт может не понравиться. Безусловно. Он только может понравиться. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Напомню, что у нас есть плакат с автографом Виталия Сычева. И совсем скоро на этом плакате появится чье-то имя из числа наших зрителей. Ваша задача — к нам позвонить и правильно ответить на вопрос, как же называлась песня, с которой Виталий Сычев дошел до финала конкурса «Звездный дирижанс». Звоните к нам в прямой эфир и предлагайте ваши варианты. Кстати, скажу, что уже подсказка прозвучала сегодня у нас в эфире, так что звоните. Я думаю, что не составит вам труда правильно ответить на наш вопрос. Но у нас тем временем есть телефонный звонок. Давай послушаем. Давай. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. 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 Давайте с вами знакомиться. Как вас зовут? Откуда вы к нам звоните? Меня зовут Миля. Я поздравляю своего внучика. С его творчеством желаю ему всего хорошего. Виталий. Ой, спасибо. Это бабушка. Это бабушка Аня. Это бабушка Аня? Очень. Да, мой род.
Я вас очень люблю. Спасибо огромное за поздравления. И вам всех благ. Спасибо. Скажите, как относитесь к творчеству внука? Слушаете его песни? Очень доволен. Своим внуком. Алло. Спасибо вам большое за звонок. Эти аплодисменты вам. Неожиданно. Ну, вот такие чудеса бывают в студии программы «Добрый вечер, Гомель». Мне то ли еще приятно. Будет, еще только, начало программы. Малая часть эфира прошла, еще много столько интересного впереди. Вот редкий хит-парад белорусский, в частности, я беру, обходится без твоих песен, но не так давно ты добрался до американских хит-парадов. Вот расскажи, как за океан, самолетами, интернетами, пароходами, как добрались твои песни, чтобы заявить о себе? Ну, все, все гораздо проще. Америки. Сейчас не приходится отсылать непосредственно физический носитель. Мы отослали песню «Don't Cry», да, в Америку на CCG Network Radio. Откровенно говоря, не ожидали мы, что что-то получится такое грандиозное с песней. И нам пришло письмо на электронный ящик о том, что моя песня участвует в чарте в Америке уже 2 дня. И на сегодняшний день она до сих пор... То есть вам даже об этом не сообщили? Сообщили после, то есть того, как она уже начала свое участие, как говорится, восхождение на Олимп за победами. Сейчас песня находится действительно уже до сих пор, песня «Don't Cry» находится 22 недели в чарте. Трижды становилась победителем чарта. Но я хочу сказать больше, что последняя победа еще была сопряжена с участием после победы моей песни «Don't Cry» в шоу «Thursday Night CCG». Ух ты! Да. Там же, в Америке. Это очень приятно. Мне подсказывают, есть у нас телефонный звонок, если я не ошибаюсь. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер, давайте с вами знакомиться. Как вас зовут, откуда вы? Меня зовут Олег, город Гомель. Очень приятно, Олег. С какими мыслями к нам пожаловали на огонек? Ну, довольно часто смотрю ваши передачи, все нравится. Отлично. Спасибо большое. Слушаем вас, Олег. Ну, мой вариант «London Goodbye» песня. То есть песня, с которой Виталий Сычев вышел в финал телевизионного проекта «Звездный дилижанс», называется? «London Goodbye». Виталий, это, если честно, даже я не знаю правильного ответа. Да, это именно эта песня. Олег, поздравляем вас. Вы счастливчик, спасибо. Вы победитель. Именно этот плакат отправляется к вам. Ну а здесь артистом Виталием Сычевым будет указано, кому именной плакат, которым, я надеюсь, займет достойное место в вашей квартире. Еще раз поздравляем. Поздравляю. Друзья, звоните, присоединяйтесь к нашему эфиру, задавайте вопрос нашему сегодняшнему гостю Виталию Сычеву. Спрашивайте, я думаю, Виталий, ты же сегодня готов честно на все вопросы отвечать? Да я вообще искренен со всеми. Ну, мы это уже заметили. Песни, которые доходят до Америки, до Австралии, до Японии, до Китая, занимают лидирующие позиции в белорусских хит-парадах, наверное, пишут талантливые люди. Безусловно. Расскажи, кто эта команда, кто эти композиторы, поэты-песники, с которыми ты работаешь? Где ты их находишь? Ну, я сотрудничал со многими звукозаписывающими студиями и музыкальным лейблом. С композиторами, с различными. Что же касается авторов текста, то сейчас я пишу тексты самостоятельно для своих новых песен. Кстати, новые песни будут изданы и презентованы. То есть сейчас мы сотрудничаем с европейскими и американскими лейблами. Вот, так что новая программа моя, то есть будет на мои тексты, но музыка будет американская и европейская. Что же касается авторов текстов, то я сотрудничал с Алиной Высоцкой, с Юлией Андросовой. Так вот, сегодня Юлия Андросова приехала к нам на эфир. Давай встретим ее бурными аплодисментами. Юленька, здравствуйте. Здравствуйте. Аплодисменты не прекращаются. Проходите, присаживайтесь. Добрый вечер. Привет, и огромный привет из Жлобина, конечно, я вам в студию привезла. Вот привет. Буквально перед эфиром стало известно, что наконец-то ты сможешь приехать. Как добралась? Хорошо. Сюда добралась очень быстро, назад получится, наверное, весьма долго, но это меня не пугает. Главное, что я приехала. Ничего страшного. Но сегодня вот все-таки вот для меня, если честно, и удивительно, и приятно, что люди, которые пишут для тебя песни, они же живут совершенно рядом с нами. Юль, расскажи, давно ли знакомы с Виталием и как
получилось так? Как нашли друг друга, поэт и исполнитель? История всегда, всегда любые истории знакомств, они такие длинные, но постараюсь рассказать так хотя бы вкратце. То есть, в принципе, мы с Виталией уже успешно перешагнули 3-летний рубеж нашей дружбы, уже, скажем так, пошли на 4-й годик. А вообще, если вспомнить даже дату, я обычно такой человек немножко, не то чтобы суеверный, но, в принципе, циферки для меня иногда что-нибудь-то значат. В нумерологию веришь? Немножко, да, что-то есть такое. Так вот, получается, наше знакомство состоялось как раз-таки 7 августа 2015 года. И, в принципе, то есть число семерочка, август у нас восьмерочка, если их суммировать, ну, то есть где-то 15 и получается. То есть 15 явно для нас какое-то счастливое число. И, скорее всего, я думаю, что как минимум 15 песен мы должны создать вместе. Ну, 15 песен, это получается целый альбом? Или целое шоу? А почему бы и нет? Я скажу, вот в этой студии, в этих стенах, в этом освещении, в этих, ну, здесь вот витает особая атмосфера, здесь особая аура. Все, что сказано здесь, хорошее, оно исполняется. Вот проверишь. Я проверю. Проверишь. Записано. Композиция «Поступки твои». Да, есть. Автор Юлия Андросова. Да. Аплодисменты ей. Вообще, как рождаются песни? Но если говорить конкретно об этой композиции, то, наверное, у нее очень особая своя история. Потому что некоторые песни, наверное, меня поймут все, кто пишут. Некоторые песни, они вымучиваются, как-то очень долго рождаются. Иногда бывает, половинка песни еще полежит где-то в шуфлядочке с полгодика, потом она доработается. А это долго лежало? А вот это как раз-таки нет. Я думаю, что это тоже какой-то особый знак. Эта песня, вот она просто действительно писалась на одном дыхании. А ты знала, для кого ты ее пишешь? Безусловно. Может быть, даже это как раз-таки сыграло ключевую роль, потому что, когда пишешь для такого светлого человека, как Виталий, наверное, песня поэтому получилась добрая, светлая. А инициатором, в принципе, тоже вот можно вспомнить, кто у нас, скажем так, стал маленьким огонечком, из которого разгорелся вот этот большой костер этой песни. Это продюсер Виталия Светлана Кравец. Вот она именно сказала, что вот гимн добрых дел. И когда вот эту фразу она произнесла, гимн добрых дел, ну, наверное, это все и решило. И поэтому песня получилась. Ну, во-первых, хочу сказать, что Юле сама эта тема, то есть, очень близка. То есть она тоже очень светлый и добрый человек, поэтому ей было легко написать подобный, то есть, текст. И я ей всецело со Светланой доверился. Я думаю, что сейчас наступил в программе именно тот момент, когда должна прозвучать песня, про которую мы только что так много говорили. Да, это гимн добрых дел. Традиционно мы артисту аплодисменты. Да, спасибо, друзья. Проложим мы дорожку к счастливым детским лицам. Ведь каждый может просто тепло дарить ребенку, рассказывать о звездах, смеяться вместе звонко. Пусть станет меньше грусти на планете. Давайте помнить всех важнее дети. Поступки твои, границы добра расширяя, маршрутов земли от самого края до края. И сердце внутри делами благими сияет, лучи нам дари. Как крылья твои вырастают, шаг делая навстречу, рукой сжимая руку, мы помогаем вечно знакомому и другу. Кто плачет, улыбнется и в сказке растворится, с надеждою проснется и солнцем заискрится. Пусть радужная нить добра и света объединит, подружит всю планету. Поступки твои, границы добра.
Поступки твои, границы добра расширяя, маршрутов земли от самого края до края, и сердце внутри делами благими сияет, лучи янтари, как крылья твои вырастают. Друзья, напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Это программа «Добрый вечер, Гомель» на телеканале «Беларусь-4». Сегодня четверг, 14 февраля. Прекрасный, замечательный день. Сегодня столько много праздников. Ну а в гостях у нас певец, композитор, модель, просто прекрасный человек и великолепный артист Виталий Сычев. Давайте еще раз искупаем его в аплодисментах. За то время, что и была, шла композиция «Поступки твои», и шел рекламный блок, поступило несколько смс-сообщений. «Давно слежу за творчеством Виталия», — сообщение прислала Анна. Приятно. «Самые милые песни», — считает наша зрительница Ирина. Ирин, спасибо, привет вам. Вот вопрос от Ирины. «Какая ваша первая песня, с которой вы начали свой творческий путь?» Что прямо можно считать началом творческого пути? То вот когда в 10 лет вышел на сцену? Ну, если вообще говорить о том, о той песне, которую меня научила мама, скажем, вообще творческий путь, в принципе, детства, то это скорее песня «Мамонтенок». Mm-hmm. Что же касается уже записанной песни, то это, наверное, «Лондон, прощай», который был записан на «Звездном дилижансе» Сергеем Сухомлиным. И благодаря которой кому-то, вот в частности, нашему Олегу, которому достался постер с твоим автографом. Какую музыку вы слушаете сами? Вопрос задает наша зрительница Ирина. Ой, слушаю абсолютно разную музыку. То есть это может быть джаз, это может быть современная танцевальная музыка, это может быть качественный поп, это всевозможные виды танцевальной музыки, хаус, электро. Ну, а бывает такое желание просто посидеть в тишине и не слышать ничего? Я не могу себе этого позволить, я тебе хочу сказать. Да ладно? Да. Во-первых, мне не хочется, а второе, я не могу. Вот, кстати, сегодня еще великолепный праздник. И не только 14 февраля, День Святого Валентина. Сегодня, знаешь, еще какой праздник? Сегодня День шоколадных конфет с начинкой. Отлично. Как относишься к шоколаду, да еще и с начинкой? Ну, я спокойно отношусь к шоколаду. Вопрос, но я знаю, что девушки очень любят шоколад. Все артисты сидят на каких-то бесконечных диетах, заботясь о том, чтобы и концертные костюмы не перешивать. Я вот смотрю, просто у нас здесь коробка шоколадных конфет стоит с самого начала эфира. Это уже так. Ну, праздник на самом деле такой существует. Признайся, кому эта коробка? Откровенно говоря, это для розыгрыша коробка. То есть кто-то из наших зрителей сегодня приедет после эфира, заберет ее с собой? Да, и встретит или проведет Валентинов день. Просто так мы не отдадим. Сейчас объясню, к чему я все это говорю. Знаешь, есть поговорка, что талантливый человек, он талантлив во всем. Ты согласен. Профессиональный певец, профессиональный артист, профессиональный постановщик своих шоу. Но я знаю, что на кухне ты тоже виртуоз. Ну уж не так, прям виртуоз. Какая скажешь. Кухня ближе всего тебе? Какая мне кухня? Вкусная. Вкусная. Я тоже люблю вкусную кухню. Давай сделаем вот каким образом. Ты называешь несколько ингредиентов, из которых ты готовишь одно из своих коронных блюд. Кто-то из наших зрителей звонит к нам в студию, предлагает свои варианты ответов. Что же это из этих продуктов? Это может быть, что же ты приготовишь, скажем так. Тот, кто попадет прямо вот в яблочко, получает ко дню Святого Валентина эту коробку шоколадных конфет от Виталия Сычева. Так, это значит, мне ингредиенты надо. Ну, хотя бы там сколько? 4-5 ингредиентов. Ну, я же не скажу, просто маслины. Тогда да. Итак, маслины. Маслины. Или все-таки оливки? Нет, маслины. Масли?
Это которые черные? Черненькие. Окей. Хорошо. Я правильно сказал? Маслины, маслины, да. Итак, маслины раз. Маслины. Ветчина. Ветчина. Сыр. Сыр. Шампиньоны сырые. Шампиньоны. Ну, свежие, в смысле. Маслины, ветчина, сыр, шампиньоны. И пятый ингредиент давай. И давай тогда кетчуп. Кетчуп. Да. Маслины, ветчина, сыр, шампиньоны, кетчуп. Что же из этого набора продуктов певец Виталий Сычев виртуозно сможет приготовить? Звоните к нам в студию, предлагайте ваши варианты ответов, и, возможно, кому-то из вас достанется вот эта вот замечательная коробка великолепных шоколадных конфет с начинкой. Да, с начинкой. Сегодня, кстати, кроме того, что день шоколадных конфет, есть еще великолепный праздник, он называется «День, когда происходящее превосходит все ожидания». Отлично. Часто ли у тебя бывает такое, что рассчитываешь на один результат, получается совершенно в лучшую сторону другой? Да, практически постоянно. Постоянно мои песни... не знаю, обо что постучать, чтобы всегда так было, чтобы мои песни занимали лидирующие позиции в чартах, в голосованиях, в хит-парадах, в муз-парадах. Безусловно, все превосходит мои ожидания. И я этому очень рад. Великолепно. Ну, а мы рады, что к нам кто-то дозвонился в нашу студию. Алло, добрый вечер, здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, давайте с вами знакомиться. Дарья, очень приятно. Вы откуда к нам звоните? Буда Кошелева. Буда Кошелеву большой привет. Дарья, сегодня у нас в гостях великолепный артист и, как мы выяснили, еще и мастер на кухне великолепный Виталий Сычев. Набор продуктов. Маслины, ветчина, сыр, шампиньоны, кетчуп. Да. Что же Виталий Сычев может виртуозно из этого приготовить, на ваш взгляд? Мне кажется, что это пицца. Виталий. Это пицца. Это действительно пицца. Я, откровенно говоря, очень вкусно готовлю. Поздравляю. Дарья, мы вас поздравляем. Этот великолепный набор конфет и маленький постер. Флайер. И маленький флайер от Виталия Сычева достаются вам. Так что давайте торопитесь из Буда Кошелева к нам в Гомель на Пушкина 8, телеканал Беларусь 4, и забирайте ваш приз, который будет вас ждать. Ну, всем же остальным напомню, что мы работаем в прямом эфире. Поэтому не забывайте писать ваше сообщение к нам на Viber. Спрашивайте у Виталия то, что вы давным-давно хотели у него спросить. А я бы, знаешь, хотел о чем поговорить. Не так давно, буквально в завершении финале прошлого года, 2018-го, на экраны вышла еще одна премьера. Это твое новое видео, твой новый клип. Да, на песню «Этот день». И премьера состоялась как раз-таки на вашем телеканале 5 декабря. Серьезно? Да. Мы безмерно рад. Американская, кстати, премьера состоялась в Америке на телеканале Post TV. И... собственно, на 4 штата, то есть транслирует телеканал американских, это Лос-Анджелес, Чикаго, Висконсин и Огайо. Это был первое видео в твоей творческой биографии? Да, это дебютный клип. И мне очень приятно, потому что его настолько высоко оценили не только у нас, но и за рубежом. Не, ну это, безусловно, для каждого артиста приятно, когда у него появляется видео, и высоко ценится и не только в родной стране, но и далеко где-то за океаном. А как шел творческий процесс? Вот что было сложным, что было... Ты имеешь в виду в съемках клипа, конечно, да? Ну все-таки дело новое, согласись, ну, по большому счету снимаете. Что тебе сказать? Ничего мы не разбили, мебель мы не поломали, никто с балкона не упал. Все прошло, в принципе, спокойно, по плану, так что ничего страшного там не произошло. А то некоторых артистов послушаешь, у кого-то крушатся камеры, у кого-то световая техника, где-то там что-то закрывают кого-то в каких-то локациях и в самый неподходящий для этого момент. Нет, у нас все прошло по плану. Съемки прошли отлично, все справились на ура. Кстати, в главных ролях... был мой бэк-вокал, который идеально подошел. Они у нас дебютировали в качестве актрис в клипе. Александра, Злата, девчонки, еще раз привет. Добрый вечер. Расскажите об этом опыте. Как так получилось, что из бэк-вокалисток вам пришлось переквалифицироваться в артистке? Ничего такого не происходило особенного. Просто нужно было снимать клип.
нужны были героини, а мы, собственно, и подходили. Зачем искать других людей, если есть мы? Я тебе хочу больше сказать, у них просто выбора не было. Их поставили перед фактом. Но они отлично справились. Еще один сюрприз, который произойдет буквально через несколько мгновений. Под ваши аплодисменты я хочу пригласить в эту студию еще одного нашего гостя, режиссера этого клипа. Сергей Черняк сегодня также к нам приехал. Сережа, добрый вечер, здравствуй. Присаживайся. Ну, вот, наверное, сейчас происходит тот момент, когда не ты стоишь за камерой и снимаешь своих героев, а тебя снимают в программе «Добрый вечер». Год. Да, немного необычное ощущение. Расскажи немного о клипе, как проходили съемки, кто был автором идеи, как родилась сюжетная линия для этого видео. Ну, в принципе, мы исходили от идеи песни. То есть песня была взята за основу, и мы хотели снять клип с целью, чтобы в зрителях, которые будут его смотреть, пробудить необходимые эмоции, которые мы хотели. Это позитив, веселье и, ну, в целом, чтобы зритель чувствовал себя хорошо. То есть, и поэтому мы выбрали красивую локацию, красивых актрис и все сделали, скажем так. Сколько длились съемки? Съемки прошли довольно быстро. Буквально за часа три примерно, плюс-минус, мы все отсняли. Нет. Дольше? Дольше. Мне показалось, что часа три прошло. Ну, возможно, был подготовительный. Мы закончили очень поздно, кстати, вечером. То есть подготовительный, то есть, да. Да, пока все. Ну, момент прошел. Вот. Ну, часа 3-4. Ну, хорошо. Кто автор идеи? Кто придумал саму историю, которая разворачивается на экране? Сама концепция была предложена продюсером Виталием Светой Кравец. Вот. Мы в моем лице просто адаптировали ее под экран. То есть переложили, грубо говоря, концепцию на визуальный ряд. Ну вот возвращаясь к сегодняшнему празднику, что результат превосходит ожидания. Такой праздник тоже есть. Вот сами довольны тем, что получилось своей работой совместной? Я безумно рад проделанной работе и рад работать с Сергеем Черняком. Мы с ним очень комфортно работать на съемочной площадке. Кстати, это не первая его работа или наша совместная работа, потому что он еще являлся оператором и режиссером реалити-шоу «Фотохит». Вот, так что, в принципе, когда стал вопрос, кто же будет снимать предстоящий клип на песню «Этот день», то есть команда практически этого вопроса не было. То есть, да, мы сразу же обратились к Сергею, который с радостью поддержал нашу идею снять клип на песню. Я думаю, что сейчас самое время увидеть этот клип в нашей программе. Давайте встретим его. Звезда горит и людям дарит свет. Здесь музыка звучит и вариантов нет. Тут праздник, кругом голова. Возьми с собой друзей, она придет сюда, ты будешь рядом с ней. Всех собирает нас, и в дверь стучится. Этот день горят глаза друзей, и счастье дарит. Этот день, в этот день веришь ты, и сбудутся. Просто руку дай, воу-воу,
придет украсить яркой краской ночь. Несложно, ты поверь, избудется мечта, ведь ей открыта дверь. Всех собирает нас, и в дверь стучится. По-моему, прекрасная песня, великолепный клип. И, конечно, ну, вся команда, которая работала, давайте им отдельно поаплодируем. Да, спасибо. Вот, возвращаясь к теме видео, клипов, вот по собственному опыту знаю, что из любого телепроекта, из любого проекта, который снимается на видео, там еще остается огромное количество материала, который и хотелось бы, чтобы он куда-то вошел. А самое главное, но уже и по сюжетной линии он туда не входит, и, скажем так, и выкинуть его жалко. Да, согласен, эфирного времени на клип и все кадры, которые были отсняты, безусловно, не хватает никогда. Я бы хотел услышать мнение режиссера. Сергей, много осталось того, что, скажем так, не вошло в официальную версию? Да. Это было много. Ну, в процентах, ну, 80. Самое главное — это то, что происходило за кадром, то, что Сергей еще старался отснять, потому что очень много интересных, смешных моментов, это неудавшиеся дубли, то, когда девочки наши, бэк-вокалистки, грелись вместе в кровати, потому что такая была беготня, суета. Вот, а также... То есть вы работали в неотапливаемом помещении? Отапливаемый, но просто настолько, то есть часто открывались двери как на улицу, так и в фойе. Вот это как раз тот вариант, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Я попрошу нашего режиссера дать в студию и на экраны то, что происходило за рамками официальной версии. И мы тебя там будем лицезреть, между прочим. Да ладно? Да, потому что те кадры, которые в ГОА ты записал, к сожалению, по техническим причинам, не вошли же в клип. Вот, так что мы их представим как раз-таки в бэкстейдже. Давайте посмотрим бэкстейдж со съемок с клипа «Будь...» Этот день. Этот день. А, Виталь, ты, пожалуйста, проинформируй и прокомментируй, что же происходит на видео. Сходили с ума после съемок, во время съемок, то есть друг дружку поддерживали. Да, я помню эти кадры. О май гад. Да.
Кстати, вот эти отличные кадры должны были войти в клип. К сожалению, не вошли, но сегодня мы их представили публике. Будет еще один клип. Надеюсь, вся ситуация исправится. Вот, ты знаешь, по ходу этого бэкстейджа главное действующее лицо вовсе не ты, а красная коробка. Расскажи, открой секрет, что в ней? И почему этот атрибут не вошел в официальную версию? В ней могло бы быть многое. Вот. И когда подарили Саше данную коробку, я думаю, что она-то положила все самое ценное, что только у нее было. Александра, как решилась судьба красной коробки из клипа? Судьба красной коробки, она вернулась своему хозяину. Это был всего лишь визит. Все было банально, но интересно, да. Еще об одном проекте я хотел бы у тебя спросить. Наверное, я открою тайну, но ты готовишь свой новый гастрольный тур, который называется «Эволюция». Когда он стартует? Давай я для начала тебе подарю небольшую валентинку в честь старта моего гастрольного тура. Да. «Эволюция» — это плакат, то есть с автографом тебе, с твоим именем. Это в преддверии гастрольного тура «Александр Лупиненко. Сумасшедшего настроения и любви». Друзья, я обладатель этого великолепного эксклюзива, предстоящего турне Виталия Сычева. Ну а теперь рассказывай, что за «Эволюция», когда стартует и чего ожидать твоим поклонникам и, в принципе, всем зрителям? Ну, грубо говоря, он уже стартанул. В конце этого месяца, то есть состоятся первые концерты. Что же ожидать моим поклонникам? Во-первых, в программу войдет современная, новая музыкальная программа с живым саксофоном, с бэк-вокалом очаровательным. Также после, чуть-чуть позже, подключится и шоу-балет. Мы привезем на сценические площадки свой свет, сделаем световое шоу. Так что все будет феерично. И, кстати, будут там режиссерские постановки прекрасные. То есть будет все, как у лучших артистов нашей планеты? Да, да. Я очень в это верю. Скажи, при подготовке этого шоу, вот кого ты брал за, ну, наверное, образец для подражания? Ну, кто твои кумиры, на которых ты ориентируешься, кого считаешь, скажем так, эталоном для того, что, на кого равняешься? При создании этого концерта, концепции концерта, в принципе, он не зря назван «Эволюцией», потому что это моя эволюция в музыкальном плане. Все знают, что я работал в жанре танцевальной музыки. Сейчас же я перехожу в жанр современной поп-музыки. И, к слову сказать, тур «Эволюция» предшествует предстоящему шоу «Лас-Вегас». То есть это, скажем так, предтур чего-то большего? Предтур чего-то большего. Шоу «Лас-Вегас» европейского уровня. Впервые в Беларуси шоу европейского уровня класса «С», который пройдет как в Европе, так и в России, так и в Беларуси. Наш тур запланирован сейчас, предварительно, на конец 2019 года, начало 2020 года. Великолепно. Друзья, после небольшой короткой рекламы вернемся в эту студию вновь. Виталий Сычев подготовил еще один музыкальный сюрприз. Оставайтесь с нами, и вы узнаете, что же это. Не переключайтесь. Еще несколько сообщений, которые бы я хотел зачитать, которые успели долететь к этому часу к нам на Viber. Привет всем, любим вас, все, что вы делаете. Марина, огромное спасибо вам, Марина. Мы тоже любим вас. Смотрите нас каждый вечер на телеканале «Беларусь-4». Привет, Виталя, рады за тебя. Также пришло сообщение от Марины. Ну, приятно. Видишь, от поклонников никуда не скроешься, особенно от любви твоих поклонников. К большому сожалению... Эфир не резиновый. Эфир не резиновый. Но ты знаешь, учитывая то, что старт нового предшоу, далее стартует шоу европейского уровня, я уверен, что со своими новостями о том, чего ты достиг, как идет тур, ты обязательно будешь делиться с нами. Конечно. Выкраивая в своем плотном графике час времени для того, чтобы забежать к нам на огонек, на программу «Добрый вечер, Гомель». Я думаю, что в этот прекрасный вечер твои поклонники ждут от тебя каких-то ярких слов и пожеланий. Друзья, ну, конечно же, в день Валентина я желаю вам искренней любви. Всем, кто не нашел своей половинки, обязательно найти. Ну, а те, кто уже обрел их, ощущайте 1000 поцелуев на своих лицах, своих половинок. Ну, и, конечно же, без песни мы никак не сможем завершить сегодняшний эфир. Расскажи немножко. Песня на английском языке «Don't cry», то есть «Не плачь». Не плачь, улыбайся, да. И смейся. Если я могу правильно предположить, о чем же эта песня?
о любви. Все песни о любви, как сказать. Тут больше хочу сказать, что эта песня та самая песня, которая в чарте в американском занимает лидирующие позиции и три раза уже побеждала. Это та самая песня «Don't Cry», которая покоряет зарубеж просто. И которая буквально через несколько мгновений прозвучит и завершит наш сегодняшний вечер. Всем же хочу напомнить, что завтра будет новый вечер, он, безусловно, будет добрым. Оставайтесь с нами на телеканале «Беларусь-4», ищите нас в соцсетях, подписывайтесь на наши страницы в Инстаграм и ВКонтакте. Ну и будьте с нами на связи, пишите, звоните, кого еще из артистов вы хотите увидеть одним из добрых вечеров на телеканале «Беларусь-4». Ну а этот вечер с композицией «Don't Cry» завершает наш сегодняшний гость, великолепный артист, музыкант, певец и фотомодель Виталий Сычев. Встретим его аплодисментами. Leave.